Я инвалид с детства, с 11 лет. У меня были проблемы со здоровьем, с движениями, вот, со слухом. Даже была с речью проблема. После окончания средней школы у меня была обязательная цель закончить институт, чтобы открыть дорогу для устройства это, на работу IT-специалистом. Конечно, это было учиться трудно, но я достиг своей цели. В данный момент я преподаватель информатики в Липайском обществе слепых. Я учу инвалидов, людей с малыми проблемами зрения, а также с пенсионерами. Вот, помогаю им в работе с компьютером. Бетвенчер и пошцилвач. Куру эсэсэсат и цзя. Да, пэцка, мэс сапротамец. Я очень порядочный человек, который могу в точности объяснить мелочи. Такие мелочи, чтобы любой человек вник, понял, как использовать свои возможности для использования каких-либо действий с компьютером. Я участвовал в программе «Субсидированные рабочие места для молодых людей безработных». Программа была создана для того, чтобы молодой человек, это не работающий в коллективе, почувствовал, как работать в окружении людей, как с ними взаимодействовать. Подобные программы обязательно необходимы для того, чтобы молодой человек поверил в себя, чтобы у него появилась уверенность в себе, на что он способен.